Это улица Войкова. Картина привычная. Около контейнерной площадки припаркованы машины. Водитель мусоровоза всячески пытался добраться до переполненных баков, но потерпел неудачу. В итоге в накладе остались сами жильцы. Мусор из-за таких вот наглецов остался на месте. А это улица Альпийская. Картина та же. Водитель сигналит и, не получив ответа, звонит своему диспетчеру. Примите заказ, пожалуйста, на Альпийской. 39, машины стоят, не могу мусор забрать. Сегодня на место отправилась и мастер участка. По ее словам, мусор в баке выбрасывают все жители Сочи. А вот обеспечивать проход и подъезд контейнерам считают своим долгом единицы. Развешиваем объявления, и даже во многих точках стоят специальные дорожные знаки. И водители просто игнорируют все дорожные знаки и все наши таблички. В одиночку водитель мусоровоза решить проблему на месте, конечно, не в состоянии. Не смог подъехать, значит, следует дальше по маршруту. А мусор остается. Вот и местный житель сочувствует шоферу Саха. Говорит, сочинцы сами виноваты в стихийных свалках на контейнерных площадках. Набирается, машины стоят, он бедный идет, и проезжает не может. Иногда вон там стоит. Хочет забрать, по сигналу, дай дорогу. Решение вопроса найдено. В случае необходимости мастер участка теперь вызывает эвакуатор. Это вас беспокоит Сах по уборке города. У нас тут такая проблема, мы не можем подъехать, чтобы забрать контейнера. По улице Альпийская, 74, мешают два автомобиля. Для того, чтобы Сочи справедливо считался одним из самых чистых городов страны, приложено немало усилий. Летом, в сезон массового заезда туристов, Сах вообще перешел на четырехсменный режим работы. Специальные межведомственные группы ночами проверяли, куда выбрасывают мусор многочисленные кафе и магазины. Есть ли у них договоры на вывоз отходов. Опустил и перевалочный пункт на ЗСМ. Все отходы вывозятся на полигон в Белореченск. Все это принесло свои плоды в виде чистых и ухоженных улиц, и сочинцы с удовольствием могут ими воспользоваться. Или наоборот, копить другие плоды в виде заваленных мусором контейнерных площадок за оградой из припаркованных машин. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.